По маме скучала, пока мамы не было? Да. Скучала. А где мама была? На летаде. Здорово. Вот так вот. А что мама привезла оттуда? Киндер большой. Киндер большой. А еще что-то, кроме киндера, мама привезла с Олимпийских игр? То, что ты на себя надевала на сцене. Медаль. Да, медали привезла. Олимпийскую. Токио, это же действительно были другие игры, они были особенные. И, наверное, они отложатся в памяти как самые, не то чтобы яркие, да, но, по крайней мере, самые запоминающиеся, просто из-за того, что нам пришлось пройти перед ними. Раз, два, три, четыре, получается. Очень много было слез до начала игр, да, во время подготовки. Когда ты уходишь в номер, у тебя есть, скажем так, минутки тишины, когда ты можешь дать волю эмоциям, позвонить родным и пожаловаться. Разговариваешь по телефону, да, по видео, и тут раз в этот момент подходит ребенок, и ты сразу пытаешься вытереть слезы, чтобы тоже не показать, что ты плачешь. Потому что она прекрасно чувствует, спрашивала, как, мамочка, что у тебя там? Опа! Держись. Крепко. Поехали. Белка. Белка. Смотри, правда, белочка. Но я пока вот двух вижу. Здесь много белочек. Да, много. У нас тоже гуляют же там белочки, Саша, во дворе. Мы их не видим. Не знаю. Ну, конечно же, когда ты после этого приезжаешь домой, встречаешь своих родных, близких, показываешь золотые медали и говоришь, вот, я привезла, вот, смотрите, что у меня есть. И все, теперь я с вами. Конечно же, ну, не то чтобы это некое оправдание, но мне действительно приятно, когда даже сейчас мой ребенок, несмотря на то, что уже прошло достаточно длительное время, да, после Олимпийских игр, говорит, мама, ты лучшая олимпийская чемпионка. И она это все помнит, знает и еще не забывает об этом рассказать у себя в садике. Опа! Мы на носу корабля с тобой. Мне кажется, что особых изменений нет на самом деле. Может быть, я все-таки становлюсь чуть помягче вне спорта. Все равно как-то тут негде особо показывать характер. Хотя, конечно, дома тоже периодически хочется, скажем так, показать себя главной. Не могу сказать, что прям вот все поменялось. Нет, это на самом деле сейчас такое очень приятное время.